Юные спортсмены из села Дружба завоевали призовые места на чемпионате и первенстве России по тхэквондо, который проходил в дворце единоборств Акбарс в Казани. 4 золотых медали в копилку нашей республики привезли тхэквондисты. Тренер спортсменов Исхак Гачияев серьезно готовит ребят к соревнованиям, воспитывая непоколебимую волю к победе. О победителях состязаний и о том, как они готовятся к чемпионатам, подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Сильные точные удары с разворота, который мгновенно достигает цели. Тренировочный день для тхэквондистов начинается с разминки и отработки ударов. Тренер юных чемпионов Исхак Гачияев с особым вниманием и усердием готовит ребят к соревнованиям. На прошедшем чемпионате тхэквондисты показали прекрасный результат, завоевав 7 медалей. Турусов Ислам делал, у него весовой категории было около 30 человек. Около 9 боев сделал. Не около, 9 боев сделал и занял первое место в своей категории 70 килограмм. Очень трудно гонял свой вес, вошел в вес и первое место занял. Двое спортсменов во взрослой категории, Ислам Урусов и Леон Банов, стали победителем чемпионата и первенства России по тхэквондо, который проходил в Казани. А самый юный тхэквондист Тамаль Чипчиков и Самат Наурузов также завоевали золотые медали в своих весовых категориях. Вдохновение на новые соревнования для получения таких же достижений для будущего своего. Спорт он развивает не только достижения в спорте, он развивает и достижения в жизни. Поэтому хочется покорять новые вершины. Надеемся на чемпионат мира. Я несколько раз уже ехал на чемпионат России. И выиграл. Вот. Тяжело было? Нет, немножко было тяжело. Сколько боев сделал? У меня в этом году было 2 боя. Я выиграл. Помимо этого, 3 спортсмена завоевали бронзовые медали чемпионата и первенства России. Сейчас тхэквондисты готовятся к другим международным соревнованиям. Алихан Лепшоков, Ахмат Чучаев, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Прикубанский район.